За «Оскаром» он бежал по спинкам кресел. Именно так получал свои награды итальянский режиссер Роберто Бениньи за фильм «Жизнь прекрасна». Посольство Италии в Беларуси организовало показ фильма в кинотеатре «Победа», который посвятили Дню памяти жертв Холокоста. Показ вызвал интерес у зрителей, для всех желающих даже не хватило мест. Я выбрал именно этот фильм, потому что он как нельзя лучше может рассказать о нашей истории и о том, что происходило в те годы.